қалары ақта тариф өтмеге азырмы? Студияда мен Сұлтанмен Стакаева Чалышам, қайырлы ақшамлар. Бақчысарайдаки ханлар сарайында археологлар не қыдыра? Анда тұрған муфти әвінің алы не олайжақ екен? Тимур Раджабовға желе суретте ярдым керек, балада жедді генетик хасталық бар. Қырымның академик Рус драматик театрының санасы артына экскурсия. Студенттерінің қайсы бірі жүмхүриетіміздің сияси аятына кірсетілейжек екен. Деловая игра атлы ярышының ғалиплері белі. Крым жүмхүриетінің елбасшысы Сергей Аксенов 5-й халқара Левадия форумының азырлығында іштерак етті. Мушавире Москва шәрінде олып кечті. Федерация шурасының башы Валентина Матвиенко Левадия форумы гуманитар сірлевасыны ташыжаға ақта хабер етті. Анда бірчоқ суалерні музакере еті жеклер. Тедбір Крымда 4-5 июнь күнлері кечеджек. Хочу подчеркнуть особенность места проведения форума. Это Крым. Форум сознательно проводится именно здесь, вопреки тому внешнему давлению, которое оказывается на Россию. Важно четко продумать логистику пребывания иностранных участников форума, трансфер, размещение, питание, в общем, как всегда, чтобы организационные вопросы были на высоте. Форум сегодня, как Валентина правильно отметила, то есть как бы преследуют исключительно гуманитарные цели, но эти гуманитарные цели по своей силе, то есть как бы могут быть, соответственно, сопоставимы с действиями, извините, вооруженных сил, то есть, ну и финансовых органов. На самом деле, вот могу сказать, что культура, искусство, образование и наука во многом помогут быстрее пробить те барьеры, которые сегодня в мире сложились. Здравые люди едут сегодня на эти мероприятия, участие первых лиц российского государства, соответственно, поднимает уровень тех, кто участвует со стороны международных организаций, и депутатов, правительств иностранных государств. Соответственно, это все помогает формировать там мнение, справедливое мнение о том, что никакой аннексии не было. Аннексия была это с 1991 года по 2014, это правда. Все остальное, это уже было справедливое возвращение на историческую родину, в родную гавань, как сказал наш президент. Поэтому форуму быть, крымчане к форуму готовы, лейтенант хотел доложить, что у нас заложены все средства, в данном случае оргкомитет сформирован, мы готовы к приему гостей, все площадки подготовлены без исключения. Бақчысарайдаки ханлар сарайында кешірілген реставрация ішлері не сәвиеде екен. Археологлар не қыдыра. Вехан сарай азбарында оған муфти әвінің алы не олайжақ екен. Бұл сәлерге жеваплар Невбетті Келевхамызда. Ханлар сарайының тамері девам әте бүгінке күнде құрыжылар баш бинаның тамерінден әвел қазаға қаршы ішлер алып баралар. Демирдамының үнді 60% топланғандыр, қалған 40% есе апрель айының сонына қадар ясалып бітірілежек. После сбора покрытия будут начаты работы по демонтажу черепичного покрытия кровли для разгрузки стен главного корпуса ханского дворца. Мы пойдем по тому же принципу, как и на ханской мечети, была заказана испанская черепица. Предметом охраны мы должны обеспечить сохранность материала, сохранность формы, размера самой черепицы. Хан сарайының территориясында да советлер дәверінден берли медени асабалық абеделер реестеріне керсетілмеген биналар бар. Оларның арасында меркези азбарда ерлешкен чешме абдестхане ве муфтенің өведеген бина. Мы уже договорились с проектировщиками, с представителями Министерства культуры, и начнутся работы, чтобы внести и фонтан, и аптесхане, и домик муфтия в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия и, конечно же, в конечном итоге внести в реестр памятников культурного наследия, что позволит защитить данные объекты с точки зрения законодательства Российской Федерации. Бүгінгі күнде хан сарайының территориясында археологлар да чалыша. Олар фарси бақчаның азбарчығына 16-й асырға айт бинаның қалымтыларыны қыдыралар. Алимлер ер қазмаларыны кечірмеге да чоқ имкан бер ген акларынын артырылмасыны риджа етелер. К сожалению, в персидском дворике это все перекопали. Ну, о чем я вот, что работы были, но брошены, и надо сейчас все это дело как бы вначале привести в порядок, а потом уже начинать полноценные, многолетние, наверное, какую-то программу по проведению археологических исследований Ханского дворца, и тогда мы уже будем не вот, да, как бы в середину того или иного сооружения влезать, а понимать и планировать, в конце концов, очень важно для науки. Көрішу девамында хан сарай мевзусындан ғайры Бақчысарайдаки азиз мезарлығы ақында да сөз юрсетілді. Бүгінке күнде бұйер бақылмаған биналар да иық қықалды. 1 марта
текущего года принято решение городского совета о даче согласия передачи объекта по адресу Буденного, 20, город Бахчисарай, площадью 6470 квадратных метров и 3 нежилых здания, которые находятся на сегодняшний день в передаче в государственную собственность. Поэтому следующим этапом уже по данному вопросу будет получено согласование Госсовета, соответствующие подготовленные документы для принятия решения Госсовета Республики Крым. И уже в течение, 3-4 месяцев в целом займет процедура до окончательной передачи данного объекта и земельного участка в Духовное управление мусульман Крыма. Бу территорияларны Крым мусульманлары дини идаресіне берілген сон, бутун Крым татарлары чун мукаддес сайылған абедіні реставрация ве ғайрыдан тікілеме йоллары бақылажақ. Энвер Аблизи, Сельдар Заитов, Миллет Ичун. Тынужын республики адлы ойынның нечежелері белле олды. Ойында Крым федераль университетінің ве Крым уедеслік педагогика университетінің Али оқуф юртларының студентлері іштірак еттілер. Ярыш дорт басамақтан ибарет еді. Бүгін Джумхуриетінің елбашчысы ғалиплерге тешекүрлер білдірді. Игрым ярышчыдан тек 13 студент финалға кечті. Оларға тешекүрнаме мектуплері берілді. Без вас вот многие вещи просто не получится. И сегодня кто еще может формировать молодежную политику? Только те ребята, которые находятся в среде, знают, какая проблематика, и, соответственно, имеют у себя реально полномочия, там, мы говорим, полномочия депутата Верховного Совета или Городского Совета городов, районов наших Республики Крым, соответственно, могут повлиять на ситуацию, а в случае необходимости вынести этот вопрос на уровень руководителя любого уровня, в том числе и меня, то есть в Республике. И да, сегодня объявят 4 победителей, но я считаю, что победитель каждый из нас, потому что тот опыт, который мы приобрели, те ситуации, с которыми мы сталкивались, это бесценно. Каждый из нас верил во что-то, да, в свою, была какая-то идеология, и мы набирали единомышленников. И я считаю, этот опыт, он бесценен. Спасибо, спасибо за такую возможность. Ғалиплер Крым федераль университетінден үч студент ве Крым уедеслік ве педагогика университетінден бір талибедір. Олар сияси имтянларыны тапшырдылар, ендіден сон акимиетте чалыша жақлар. До сих пор не верится в то, что я одержала победу в игре «Ты нужен республике». У меня море эмоций и, конечно, хочется двигаться дальше. На самом деле, когда я принимала участие, я не думала, что это будет настолько серьезно. Мне преподнесли это как деловую игру. После, когда мы уже начали участвовать в самом проекте, я поняла, что это не игра, это все очень серьезно, и мы начали серьезно подбирать команду, работать и достигать результатов. Первый наш проект, который мы презентовали, это проект «Бизнес-центр» на базе университета. Сейчас мы хотим его начать реализовывать. Ростов-на-Дону шерінден Тимур Раджабов әжелі ярдымға мұқтач. Бала бір яшында. Сол аяғында яңылыш латент әкілігі бар. Бұ жидді генетик хасталық. Тимур паалы тедавиге мұқтач. Тедавилік кечірілмесе бала аяқсыз қалажақ. Оның анасы Яна Раджабова ярдым істеп Қырым сәкенлеріне мұраджат әтті. Оғланчыққа насыл ярдым әтмеге мүмкін олған ақта Айша Шулакова біле. Бұяшта балалар әнді мұстақыл шекілді юрелер. Язық ке Тимурда бөле имкен ең. Оғланчық чоқ әрекет әткен ве аят север бала. Ләкін бүгінгі күнде әле да дұрт аяқламаға мечбур. У него получается ножка, вот в этом месте она сгибается как сустав. Бұ хасталыққа сол аяғындаки яңлыш латент әкілігі дейлер. О генетик хасталық. Аяғына берген бір ашчық ағырлық біле, балаға ажынықлы ақыбетлер бермесі мүмкін. Ата аяғыны кесе білелер. Баланың кемікліры мұшавиш ве огеже күндус шынада юрмеге мечбур. Во время беременности все было хорошо, все было нормально. И обнаружила я это, когда ему исполнилось полтора месяца. Тогда на левой ножке в области голени такое было небольшое, как искривление. Илька Мелиятыны Тимурға Санкт-Петербургта яптылар. Доған Ростов-на-Дону шеріндеке әкемлер күчсіз қалды. Нәтижеде оғланчық юрмеге башламақ керек еді. К сожалению, когда все это провели, сняли гипс, сделали повторные снимки, оказалось, что ничего не помогает. И все так же, как было у него, все так же и есть, только еще и хуже, потому что малоберцовая кость, она уже вообще голеностоп разрушен. Шымды Тимур бір яшында. Тедавилепке имкен бар. Ләкін Кошма штатларға Флоридаға бармақ керек. Анда юксек севиелі амилиятларны эким дрой пейле кечіре. В наш опыт после таки операция есть очень хороший прогноз, что ходит, что бегает, что все.
что функция будет много лучше, чем сейчас. И с нашей технологией у нас есть 100% сокращение кост, и до этого момента никто не сломал еще раз. Америка хастаханесынде тедавилевге үч айга кадар вакыт кетежек. Амелиятка реабилитацияга 105 бин доллар керек. Рубледе бу аман-аман 7 миллиондар. Более пара Раджаповларда йок. Тек ярысына кадар пара топлап олдылар. Ярдым үчүн Тимуровнын анасы кырым сакинлерге мурачат эте. У нас назначена дата операции на 15 октября. Вот. Но прибыть мы туда должны 2 октября, так как у нас 4 числа идет лекарственный препарат замета, это курс капельницы будет проведено. Для, ну, как бы это предоперационная подготовка такая. Сізде де Тимурға ярдым етмеге имканларыңыз бар. Бу иш үчін сізлерге журавлик сөзінен 45-75 қысқа номераға месседж йолламақ керек. Сон бошлық ве садақанын миқдарыны көстермеге керек. Бұндан да ғайры, параларыны да экранда язылған реквизитлерге де йолламаға мүмкін. Моя самая большая мечта вылечить Тимурчика, чтобы... чтобы он пошел своими ножками. Айша Шулакова, Магомед Нестуров, Миллет Ичон. Крым татар китабы адлы китапханелер форуму осияатыны девам эте. Були хайынды уч йылдан берле сақ, кефе ве алушта шерлерінде еріне кетірілі. Бүгін ісе обақ чысарайға да етіп келді. Бұ тәдбір Исмаил Гаспринский адына китапханесының тішебісі еле кечірілі. Оның эсас мақсады геншілеріні оқу залларына джелп етмектір. Ондан да башқа бұ тәдбірде бұлынған мутихасыз шайыр ве ожалар электрон китапларының оқылмасы ақта ос фікірлеріні білдірділер. Исмаил Гаспринский адына медиа меркезі сездеманеви язычыларының китапларыны бақшыш етті. Вместе с книгами мы приносим обширную, хорошую программу, где наши искусствоведы, наши историки, наши другие деятели, СМИ рассказывают о том, о значении книги, вообще насколько сейчас читают люди. Это и мониторинг, это и всякие социологические исследования. То есть ведется огромная работа для того, чтобы показать и преподнести значение крымско-татарской книги. Крым татарларының филигрань ишлері Москвада Русия улығына «Менім иссем» адлы бутун Русия конкурсында нумайыш етілежек. Красноперекопский районының сәкіні Диана Белякова Крым татар халқ унеріні угренді. Иштіракчы ось ұжасы Мумине Тантанының реберлігінде чалышты. Оның лебірлікте бірінжеден йоқ олайатқан санатына угренді, сондыра қойымчы Айдар Асановның ве оның талебелері япқан ишлерінен таныш олды. Хочется отдать должное великому мастеру Айдару Асанову, потому что, на мой взгляд, на наш взгляд, именно он является возродителем искусства филиграни крымских татар в Крыму. Если бы он как потомственный ювелир, если бы не его желание возродить это ремесло своих дедов и прадедов, возможно, мы бы сейчас не видели эти шедевры, которые очень часто выставляются на выставках: пояса, сережки, колье и так далее. Эту тему я выбрала, потому что мне очень интересна сама культура крымских татар, моих соседей, в частности, моих друзей. И меня как с самого детства привлекали разные культуры, проживающие в Крыму. Хоть я и русская, но все же мне интересно именно искусство, филигрань, и связано все с творчеством любых народов Крыма. Мезунға дәвлет дума мебусы Руслан Бальбекде Малие тарафындан ярдым етті. Москваға йол парасыны толеді. Диана Белякованың ишлеріні пайтақта мартының 31-де көрмеге мүмкін олачақ. О ғуту веден ислам сой ақрабаларының қоран татусыны нумайыш етеджек. Два уникальных крымско-татарских женских пояса, которым более 100 лет и опоясывают географически, наверное, два таких уникальных района. Это Ускут и Евпатория, то есть степная и южнобережная культура, что позволит ознакомить на всероссийском уровне с крымско-татарской культурой широкий круг, наверное, любителей и профессионалов. Инсульт хасталығының огына алмақ ве хасталарға әжелі ярдым көстермек. Бұл мезуда таврические встречи адлы тыбби форум кечірілді. Алуштаға Қырымның әрбір көшесінден әкімлер келділер. Сағлық сақла везірлігінің білдіргенлеріне көре кечкен бір қач ел девамында ярым адамызда баш миының қан дөнімінден бұзықлығындан өлімлер азлашты. Вторая задача нашей конференции –
это научить врачей-терапевтов, как работать с пациентами, которые уже перенесли инсульт, у которых есть какие-то остаточные явления, у которых присутствуют факторы риска, как дальше после инсульта вести этих пациентов. То есть те задачи, которые мы поставили перед собой, они очень масштабные, они очень серьезные, они реально нужны для того, чтобы помочь поднять уровень оказания медицинской помощи населению Республики Крым. Ахмеджитнын фаальяшлары театрнын ич дуниясына кордылер. Перде арты сиаятны оларға белли актер Игорь Кашин кечерді. Рус театры бірінжі кересі озынын декорация ве костюмлеріні яратқан иджеди устаханелеріні костерді. Сана артында бізі мұхбірлеріміз де болынды. Бүгін баш сана мұндадыр. Яш сәрджелер саналаштырла жақ спектакрлерген насыл етіп декорациялар азырланғанны көрелер. Талаш, эскизлер ве боя қылымталары декорация япылмасының ән қызғын вақты. Декорацияларны мұнда боялайлар ве екінлейлер. Много времени нам не дают. Два месяца от начала до конца. У нас какая сложность? Мы ж последние. Пока сделает столярка, пока сошьют швеи, пока сделают бутафоры. Нам на роспись уже остается быстрее. Ахмеджитте ерлешкен рус театрының актерлары сананың ич дуниясына костереже колып акция тешкіл еттілер. Яш сержелеріні давет еттілер. Экскурсияны артист Игорь Кашин алып барды. Сержелерге бутафор цехынден сон тікіш устаханесінде костерділер. Мында озгүн костюмлер тікіле бу бене контерні меселі яны мевсімдегі саналаштырма ичун азырлағанлар. Театрның ғұрыры бу гример одасыдар. Отек намлы меселі Борис Новиков кіба артистлер ичун. Ода бір вақтлары мында чықышқа азырлана еді. Театр мұсафырлеріне де санаға көтерілмеге изін берділер. Олар бұй ерде өзлеріні актерлар кібі есеттілер. Бірлері техниканы оғренген арада, дегерлері костюмлеріні кейіп бақтылар. Интересней всего мне было увидеть костюмы, как они шьются, как производится декор. Было очень интересно посмотреть на сцены, которые есть вообще в этом театре. И было очень интересно посмотреть все-таки на гримерки актеров. Узнать, как живут актеры за сценой, как они готовятся к сцене. Бұл акция Русияның медени меркезі тарафындан азырланды ве ілк сефері Қырымда кечірілді. Ол бір чоқ театр пердесі артында болмаға істеген инсанларны мерақландыра. Актуальность доказывается тем, что у нас огромное количество участников зарегистрировалось, буквально вот 28 человек, это зарегистрировалось за 2 часа открытия регистрации. Потому что в основном мы не особо так афишировали о том, что это будет. И это уже набралась группа, ее перебор. Мы вот переживаем, что мало места людям, но это интересно. Артистлер кичек венде саналаштырмалар ичун айрылган сананы да костердилер. Мында актерлар эр бир сержиден субет эте билелер. Люди, которые сидят в зрительном зале, они всегда видят только результат. А что стоит за этим результатом, оно всегда скрыто. То есть это весь реквизит, который находится на сцене, это вся декорация, которая находится на сцене, костюмы, в которые ходят артисты. Они же не берутся из воздуха, это делают люди. И вот сегодня мы этих людей показали, представили. Тедбірнің эсас мақсады генчілеріні театрге джелп етмектір. Бұй іш үшін актерлар дефалар же экскурсиялар кечірмеге азырлар. Нәжейсаева, Севилия Меметова, Владислав Кравцов, Милет үшін. Открытый Крым айны бой лесерлевалы туристик форум апрель 5 куна Ахмеджитте ос ішіні башлай. Қайды туф энді ачық. Мирасим Федераль Туризм агентлігінің қол тұтылывынен тәшкіл олуна. Бұй ел Индистан ве Қытайдан іштірекчілер келеджек. Топланғанлар 2 күн девамында курорт мевсіміне азырлана жақлар ве тәжірибелерінен пайлаша жақлар. Бұндан да ғайры ялы территориясынен мұвақиет шекілді идаре етілевы ақта да сөз сүрсетіледжек. Ахмеджитте кечірілген тамират ішлерінден сон 10-ші санлы бала китапханесі ачылды. Тантаналы тәдбірде бұзым тақымымызда болынды. Бұл китапхане 1978 сенесі ачылғаныды. Ахмеджиттің железнодорожный районында ерлешкен бала китапханесі әнді 40 елдан берлі ахмеджитлелерінің бір чоқ неселіне қызмет атып келе. Оның бірінде оқыжылары өзілері ана-баба олдылыр, әнді мұнда балаларыны кетірелер. У нас сегодня большой праздник, открытие новой старой библиотеки. Мы приурочили это открытие к юбилею библиотеки нашей 40 лет. Бүгінке күнде китапханенің фонд
фондунда отузбинге яхын китап бар. Оларның сарасында фантастика ве мәджара, роман ве белгі, бүйіклер ве балалар үшін классика китапларыны көрмеге мүмкін. Китапхане чох еллардан берлі шердің мектеплелерінен ішбірлік япа, ве чешіт дәдбірлер кечіре. Япылған Тамират үшлері есе китапханеге яны аят әдие етті. Очень много детей у нас участвуют в конкурсах всевозможных, всероссийских, наших городских конкурсах, крымских конкурсах. Они пишут свои даже стихи, отсылают рисунки. То есть нас не только читают дети. Зиманеви китапхане бучтимай медене меркездер, мында генчисте датларнан устаханесы дэ чалыша. Балалар оселлеренен ойынчуклар, ве чешет башка мераклы шейлер ясайлар. Сыхалда хырымның языджи ве шайерлеренен көрюшувлерді кечіріле. Как вы видите, мы в библиотеках и поем, и танцуем, и читаем стихи, и читаем сказки, причем делаем это еще и в новой форме. У нас и коллективные чтения. У нас замечательное мероприятие проходит в детской системе библиотек. Меркезлештерилген бала китапханелернің системасы бұл китапханеден башқа, да 12 дарек керсетте. Шер мемориетінде бұл китапханелернің эпосы яваш-яваш тамир етмеге сөз берелер. София Шукурова, Руслан Минаев, Владислав Кравцов, Миллет үчін. Ахмеджетнің меркези автовокзалындаки беклев залында вақытны ава дәрежесіні ве автобусларының кетеджек вақытыны көстерген табло ерештірділер. Оның бинаның оқ диварына астылар. Ондан да башқа платформа үстіндеки сачақны да янылаттылар. Бойыл Қырымда 7 миллиондан зияды турист келмесіні беклейлер. Ярмадамызның ялы бойы юксек туристик мевсіміне азырлана. Ялтада 3000-ге яқын ерлі сакен талақаға чықты. Мемурлар, гонюлілер ве адди инсанлар 200 кубометр чөплікні жейділар. Енді шерні яны чечеклер ве ешіл фиданлар яраштыра. Сақтады Наврез байрамыны қайдеттілер. Бұқурорт шерінде байрам концертіна азырладылар. Қырым татарларының милли ань әнелеріне далмақ үшін бізді мұхбірлерімізді бұтет бірні зиярет еттілер. Концерт пек дүлбер ве айынкілі башланды. Оның бірінші дақаларындан сәрджілер байрының сыжақлығы ве елігіне далдылар. Мы волнуемся перед выступлением, мы к нему очень долго готовились. Готовили специальные номера, которые будут только сегодня. Мы рады представить зрителям наши танцы, поэтому будем стараться станцевать как можно лучше. Балалар ейджайнен іштірак етеп 100%-ға чалыштылар. Сана олар үчін екінжі ФКБ. Сегодня мы подготовили 20 номеров специально для наших зрителей. В основном номера новые. Мы очень старались и надеемся, зрители оценят наши старания. Эр бір чығыштан сон сержелер куваншнин эл чырпмалар бағышлайлар. Уже стало доброй традицией в районном дворце культуры отмечать этот праздник, где, скажем так, работники культуры, наши кружки показывают свое мастерство, показывают именно национальные, культурные традиции крымско-татарского народа. Как и любое другое мероприятие такого рода, праздничное, оно объединяет всех людей, делимся национальными традициями своими. Аня неви макамлар, милиюрбалар ве инже ойнлар, боли мили муид бутун серджилерні тылсымлық алимне далдыра. Эр сефері мевзу ансамблінің іштіракчилері серджилерні ос чықышларнен кувандыра. Наджейсаева, Севиля Меметова, Магомед Нестуров, Миллет үчін. Біз сізлеріні Иркун Қырымның ең актуал хабарларынан таныш етеміз. Егер сізні бірде-бір мәселе рацызласа, яда іштимаи жайттен мұйым ірішміңіз олса, біздің қызметімізге хабар етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіңіз. Бүгінге бұл епісі хабарлар Милет телеканалындан айырылмаңыз. Хайырлы ақшамлар!